нас запущена система автоматизации, которая называется «Управление отходами». Она позволяет, помимо скорости там, и остановок, систематизировать сведения об обработке контейнерных площадок. То есть у нас сохраняется и фиксируется на фото история обработки каждой контейнерной площадки. То есть видно состояние контейнеров до обработки, сломаны, не сломаны. Видны навалы мусора, были или нет они на момент приезда машины. Также, например, вот красная, да, видим красная площадка, значит, водитель обозначил, что на этой площадке присутствует в этот день какая-то проблема. В частности, здесь мы видим навалы строительного мусора, которые не относятся к ТКО, и, соответственно, они должны быть вывезены по отдельной заявке. Важно отметить, что данная система, она является передовой, и сегодня наш город, наша Вологодская область с внедрением этой системы, скажем такими словами, впереди планеты всей. Не все регионы еще идут по этому пути, но, повторюсь, данная система, она позволит снять большое количество жалоб, вопросов горожан, потому что позволяет четко отконтролировать деятельность всех перевозчиков. В целом от управляющих компаний к нам в ТОС, допустим, не поступало. Поэтому таких мнений по поводу того, что что-то не так с графиком. Поэтому я понимаю, либо управляющие компании самостоятельно отработали графики, да, отшлифовали их, и проблем сейчас нет.